Почти 40 тысяч жителей Подмосковья трудоустроились с помощью областной службы занятости с начала года. Уровень безработицы в регионе на данный момент составляет более 3,5% к численности экономически активного населения. Такие цифры приводит Министерство социального развития Московской области. Цитата. С начала года в областную службу занятости населения было подано более 300 тысяч заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 230 тысяч человек, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Сейчас актуальными являются 50 тысяч вакансий, из них почти 70% по рабочим профессиям. В городском округе Мытищи с начала этого года в Центр занятости населения обратилось более 8 тысяч человек. Нашли работу 1700 человек, в том числе 8 инвалидов, 45 граждан предпенсионного возраста и 49 подростков. На сегодняшний день на учете центра состоят 5903 жителя округа.